Хей, с вами Шимики, и походу я немного микрофон починил, но я не уверен. Потому что, мне кажется, он теперь стал очень громким, когда я говорю довольно тихо. И это странно, но ладно. Мы с вами, как вы помните, добрались на новый остров. Это пиратский остров. У нас всего лишь доступна одна локация пока что. У нас 14 кексиков, ничего себе. Ладно, давайте отправляться. Пираты. Salte San Lagoon. Пьюм-пьюм-пьюм. Хорошо, папа камень. Вонс Sound Castle. Какой-то замок. Так, мы должны добраться до замка. Мы, бат, чек. Мы должны посмотреть... все... или рассмотреть все сундуки. Кто знает, что может быть внутри так, Sparkles? Иногда must... нужно... работать что-то там. Эй, это мистер... мистер Nibbles. Эй! Или хей, хей. Это мистер Би. Прист что-то did you escape для квеста trust and the coming для что-то там рубины. Так, выглядит интересно. Так, или выглядит как бандит всяких путешествующих проблем. Чего? Блин, мне бы урон увеличить на самом деле. Ребят, давайте сделаем таким образом. Типа, я буду пытаться... Ну, повторюсь. Буду только... А, смотрите, они... модернизированы. То есть они теперь не как обычные слизни, а с глазами. Теперь у нас котики-зомби. Это похоже, да, котики-зомби. Ой, фу, я забыл, на какие кнопки жать. Так, пока что делаю все правильно. Ой, нет, подожди, мне нужно это сломать. Там могут большие монеты выпасть. Я, знаете, посмотрю на самом деле громкость, как у меня там с громкостью, если что, я ее немного подредактирую, сделаю тише себе. Ну, мне ж, вы типа знаете, у меня же микрофон сломался, поэтому мне приходится как-то выкручиваться с этой ситуации. Ну да. Да, это коты-зомби, потому что... нам их показывали. Так, а давайте мы на ту сторону перелетим. Там же что-то тоже было. Ну, смотри, там есть ящики. Ну, до них нельзя добраться. Ладно. Я не знаю, сколько... Ой, подождите, мне нужно шмотки поменять на хилпайн. Мне просто давали один напиток, который... полностью восстановить, ну как, дает защиту. Хотя, подождите. Так, успел. Ай-яй, не падаем. Ну блин, отпрыгиваю нормально. Еще один кексик. Так, выход у нас наверху, я вижу там сундук. Ну смотрите, при приземлении на них они не ломаются. Короче, я могу два раза только падать, и после этого я умираю.
Это мне лучше не прыгать, да? Так, наверху был сундук, поэтому я думаю, мне лучше наверх идти. Да, видите, зомби, кошак зомби. Да, это кошаки зомби. О, нифига-то. Малать, он мои монетки украл. Он меня облизнул и украл мои монетки. Вот настырный. В чем ловушка? Ну, типа, меня остерега... О, новые враги? Я понял. Я понял. Буду знать. Я запомнил. Они очень быстро агрессируют, эти коты. Если так на это все посмотреть. Блин, ну понимаете, я просто на том острове не выполнил задание, но скорее всего я туда все равно смогу попасть. О, вот черт! А я типа их, понимаете, я их подкрывал, но я не позаб... херово. Я не позабирал песок. Это максимально херово. Ну ладно. Думаю, как-то разберемся с этим. Ну да, что все равно. А, не отхиливать, смотрите. Вы видели? У них хилпоинты возобновились там. Это плохо, если так подумать. Так, ладно, сюда можно вернуться. А заметьте, что вот это би того, что... Да, я все-таки песок не позабирал там. То, что типа анизоляция, это из игры, где мы типа этими играли. Мужиками, которые. Ну, типа рыцарями. Интересно, это от одних же? Походу, да. Плохие жучки. Для чего? Так, давайте сначала я в ту сторону это все проделаю. Ау. То есть вообще нельзя, чтобы он у меня падал. Угу, я просто не вернусь обратно. А-а-а. Ха. Как замудрено. Ну блин, я просто не знаю, во что мне верить. Типа, я могу и вниз спрыгнуть. И я могу... Ну, понимаете, если я вниз спрыгну, может, там ловушки отключаются эти. Как бы... Ладно. Я не знаю. Я типа просто... Давайте все слать сюда. Да, это выход. Нет, 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 нет. Все-таки достало. Ладно. Придется использовать, походу, хил.
А, чё я тупой там? Там просто сундук был. Ладно. Я просто не увидел. Так бы мы... По факту меньше бы времени потратили. Ладно, здесь можно просто пробежать. Так, у меня остался один хитпоинт. Одолеваем черепашку. Используем и бежим. Но они как бы с моей скоростью... А нет, они немного... ладно. Воспринял как должное. Да, немного ускоряться, я думаю, мы будем по два уровня таких проходить. Но главное, чтобы было меньше просто диалога. По факту я мог бы там сейчас много опыта получить. На, ведь, блин, коты щитами они более остальных. Если от больших можно просто уворачиваться, то так. То от этих не так уж просто. Так, мне бы... Вот, он опять мои монеты украл. Говнюк. Он просто крадет мои монеты. Ну что я ему сделаю? Ничего. Так, это плохо. Я могу умереть, по сути, да? Опа. Сикерс. Радужка. Это... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чему это вообще было? Тихо, вот за вот этим нужно смотреть. То, что я забываю, то, что они взрываются потом. Так, ну и думаю, на последнем уровне я песок соберу. Видите, они типа, он типа раньше бьет, чем я успеваю увернуться. То есть я за это говорю, что довольно плохо. У меня остался один хил. А где ценные сундуки, чтобы я их потратил на деньги? Ладно, я понимаю. Они не могут атаковать, когда я на возвышенности. Это логично, что мне... Хотя не логично. А, ну мне сюда нужно прыгать. Хорошо, что он не меня не коснулся. Так, а там еще брик закрытый. Ну ладно. По факту у меня остался один сундук. Oh.
Level up. Так, Леон, Телка, Шоп, Вилдроп. Более лучшие вещи. Waking Enemy. Shield Breaker. Типа щиты не блокируют атаку, это хорошая вещь. О, мне хп восстановило, ладно. Мне восстановило хпшку, это очень хорошо. Окей. Это первый рубин. А, мне не хватает песка. Фак. Мне песка не хватает. Хотя, может быть, я на других каких-то локациях смогу его забрать. Мне песка не хватает. Подожди. Колок Шелдер Парк Рок. Может, ему хватит? А вы что, дети шутники? Что вам было сказано насчет... Вы хотите, чтобы я повторил? Да, по... Сэнд, песок, Риард и Эври, и еще что-то. Ну, мы есть кое-что получше, мы нашли рубин. А, то есть песок был не важен? Хм. Ну ладно. Я филинг. Надеюсь, генерация что-то бат, но не с ошибки или промахи не должно больше повторяться. Абади. Майн. Пещера. Поднялась портал. Пиратов. Пофиксили. Следующая пиратская компания в электричестве. Помоги им и... И возможно они... Баба Бинг. Баба Бум. Ты можешь произойти Баба Бинг, Баба Бум. За 5 кристаллов. Теперь я должен... Сейчас. Я плохой, или я все плохие. Я now узнаю. Или сейчас, я сейчас её... Бёздой. Ну, типа, счастливый день. День рождения. Happy birthday to you, типа... Днём рождения тебя. Ну, это рождение. Бёздой рождения. От мы или мне и миссис маленький саммит. Ух ты. Полетели далее. Ну блин, ну снова же, смотрите, нам нужно 5 кристаллов, и мы бьемся с боссом. Порт пиратов. Пиратская бухта. Давайте пиратскую бухту. Так, надо... Да, все хорошо играет. Все нормально. Что, привет, сейлер. Подходи сюда и смотри, что тут. Пираты, Петти... Очень... нуждается в лице подземелья пиратских пещер. О, вы очень вещи. Хиа, здесь. Это верно, я продаю вещи. Бай. Ты можешь купить что угодно. Это хп больше, но они такие большие. Монеты недорогие стали. Ладно, за 400 куплю. А, это большие хилпоинты.
чем они отличаются от тех? Чем? А, типа маленькие. Ну, понимаете, маленькие они в фул лечат. А у меня как бы не так уж много. Ладно, что ты мне выстрелишь? Это чё? Я понял. Пацаны, мы будем Джоджо. Я Джоджо. Ну да, ты будешь у меня львенком. Львенок, вперед. Опа. Давай я бомбу использую. Окей, просрал все. Ладно, ну бомбу возьму на всякий случай. Вдруг она пригодится мне когда-то. Кто знает. Никто не знает, что мне может пригодиться. Пути. А я успею, блин, 21 минута уже. Я думаю, успеем. А, это пиратская на бухта. Найс. Бай, купи. Посебон. Огонь. Они открыли по нам огонь. Не, подожди. Это же ты. Подожди. Давай я, чтоб не тупануть. Стой на месте. Добро пожаловать в портал Поти. Фул полный. И собака. Джонс. Дэвид Джонса. Это Дэвид Джонс, пират, призрак. Мы Softwares, пираты, хиа-герои. Мы хэв можем... Так, мы все здесь. Бранц Гигафирм. Дорвейс. Прости, мам. Возможно, Нева никогда не будет крекеров. Сади пираты, пираты. I just go, мне нужно идти. Play the trout, you welcome. Наверное, ты прав. Говорить мне нужно посетить Аринас. Аринас? Что за Аринас? Across the Seven. Сохранение моря. 5 аренас. 5, короче, арен. А последняя тревался. Дерево путешествий. Они должны hearted. Жестокие пираты. Быть на пират. Ну, быть в арене. Ну, победители. Тирс. Тресор. Поражены. Некоторые. Дринк плавает май. Глаза благодарят их. Кому нравятся трисары? Корсары? Я люблю тоже, но я не иду обратно в тревал. Я могу открыть туннель. Следующий рудник. Елбетел для путешествия в тревал. Папа камень. Проблемный что-то там аппарат, но совершенно вес. Что-то волны и трясина. Но какая машина? Чего? Машина какая-то. Так, банк. Элайн. Ахей! Типа пьяная. Что за вода? Я Елена, и я бегу в следующий пиратский капитан.
А то есть ты бежишь на... На туда, верно? Что ты можешь... Платформс, платформы... Как ты чувствуешь себя? Ай, я Елена... Рут употребляла пиво. Рут употребление пива. Подожди, Рут медведь. Подожди, бира это ж медведь. Или бира это пиво тоже. Ну и суть. Ай, Рут бир. Рут бир. Не ясненько. Кто съел мои... Так, это мы спрашиваем. Sweet Bananas. Кто что-то бананы? Yo, Massive. Возможно, ты? Это выглядит... Я trade everything. Иногда. А последнее время хватаю печенье. И я... Гам, не чувствую себя херово. Некоторые сны видятся в мире, но я не могу make but naked. Хорошо, я активно prefer. Маленькая, возможно, tail. Найду. Подожди, tail. Что-то с истории. Сниф. Возможно, я Кен. Могу поднять мой большой Бобби. Я трэпер. Я хабби Бобби смешинг. Что-то у ворот. Выглядит. Я люблю тебя. Ю, ты поможешь мне вернуться, и я помогу тебе. Очки в... Дирекция бандитов. Кэмп в Рубине. И Си, посмотрим, что я смогу сделать для тебя. Хорошо. Кэшхам. Я посещу Бамбу Бич. Короче, Бамбу Остров. Да, это этот... класс остров. Место палац. Крейнинг, где бандит. Полный бандитов котов. Окей. Так, ты остался, в принципе, один здесь. Папа Камень говорил, что ты можешь, типа, копаинг. Ты можешь нам помочь. А, ты новый моряк. Барбаросса. Что ты ожидаешь? Декс. Я не ребенок на побегушках, наверное. Я Кенс Вашбланк. Не знаю. Ты работаешь на меня, и ты Берт Эверсайм. That makes me much cabin kid. А теперь ты Вэллинг. Возвращайся обратно, и я have some work. И я могу, типа, работу тебе. Окей, это что-то запутано, что-то сложное. Ну, я понял. А, все. Мне сделали travel бухту, да? Все, ребята, тут travel бухта, я все понял. Теперь мы можем познавать, что мы можем. И давайте, наверное, это мы сделаем в следующей серии, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.